Приветище! Это Бесконечный Цилиндр, и мы продолжаем нашу эволюцию колобков. В прошлой серии мы встретили вот этого мутанта, получеловек-полумашину. Машина мощная и старинная. Вот это мышцы, вот это бицуха у него. Мощный тип. А, его палец как будто держит, да? Он на привязи словно. Хочу залезть на эту руку. Посмотреть сверху на все это дело. Забавно. Ребята, не бейте его, если он проснется, нам крандец будет. Мне кажется, он злыдень какой-то. О, отсюда очень хорошо все видно. Ого! Очень много интересных мест. Смотри, можем туда сходить? Можем сюда сходить. Ну, сюда поближе, поэтому сюда первыми и идем. Там сундук даже какой-то валяется. Покажите, что тут за крюк. Замок висит. А, это мост! Ну, в принципе, я туда могу так, на своих двух перескочить спокойно. Смотри, какой прикольный мост. Даже фонари есть. Цивилизации попахивает. По всей видимости, другого пути нету. Нам как-то нужно опустить этот мост. Ой, как светит ярко в глаз. Все, я покорил этот мост. Я думаю, что нам нужно позвать того бугая, полумужика, полумашину. Ой. И он должен как-то эти цепи сломать. Тогда мост упадет. Давай будить поливайкой. Мужик, просыпайся. Просыпайся, хватит спать. Он не просыпается. Чем же тебя разбудить-то? Чем-то пульнуть. Чем-то... А, я понял. У меня же есть гудок. Сейчас. Подъем. Все, он проснулся. Он проснулся. Слушай, есть... А, бежим, ребят. Ох, нифига себе. Ребята, бежим. Бежим сюда. Водички тут наберем, пока есть возможность. Давай, 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 иди к нам. Этот пацан точно нам сейчас сломает вот эти цепи. Встанем где-нибудь здесь. Давай, гони сюда, пупсик. Давай, 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 давай. Либо просто ему в мост надо удариться. Ну, что-то он так себе гоняет, если честно. Слушай, получается, если бы у нас гудка не было, то... А этот свет... О, все, он сломал, отлично. Мост упал. Если бы у нас не было гудка, то, скорее всего, мы бы дальше не прошли. Я это говорил или нет? Колобка задавил, скотина! Колобок, я тебя вытащу. И уйди оттуда, Чунгачкук. Колобок, колобок, где же ты там? Сейчас и тебя тоже грохнут, красавчик. А нет, иди сюда, не спускайся к нему, чучело ты. Блин, колобок, где ты? Где ты? Где твое тело? Колобок, ну да, Тева тоже сдох. Сейчас, 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 подожди чуть-чуть, пошли. Скорей, скорей, скорей со мной. Тебя смогу? Да, все живы, все, я всех зареспаунил. Фух, нас снова четверо. Бежим скорее. Короче, свет его нас иссушает, смотри, он забирает у нас способности. Все способности забрал, скотина. Я снова голый. Точнее, вот этот фонарь, смотри, там не фонарь, это глаз чей-то. Глаз создателя, который нас раздел. Все способности у нас забрали. Ты посмотри, мы голенькие. Что ж, придется по новой все способности набирать. Нам говорили, нас предупреждали о том, что будут какие-то стражи цилиндра, которые отбирают у нас способности. Нас предупреждали об этом. И вот мы с ними столкнулись. Ого. Ё-моё! Она подкидывает. Она подкидывает. И слушай, если бы здесь не было цилиндра, я мог приличненько так взлететь. Забавно. О, еще одна. Гляди-ка. Ну-ка. Давай здесь. Почему-то она меня скидывает. Наверх подняться я не могу. Причем смотри, как высоко она может нас поднять. Обалдеть. Может быть, для этих гейзеров нужна какая-нибудь способность? Их причем тут очень много, смотри. А если я колобком сюда зак... В смысле ты поехал? Это как так? Стой, 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 ты не можешь ехать. Там Стелла стояла, я не заходил за пределы. Чё за дела? Это Стелла должна была тебя держать. Какого фига ты тронулся, цилиндр? Или я все-таки перешел границу? Не-не-не, стоп. Давайте еще раз. Вот она граница, да. Есть вероятность, что я эту границу пересек. Ладно, я буду очень аккуратно здесь ходить. Сейчас я, короче, выслежу вон ту улитку и заберу ее способность. Давай, 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 давай. Вот она выползла. Отлично, бежим.
Бежим скорее, 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 скорее. Не-не-не-не-не. Нет, это будет мое яйцо. Да. Все, теперь я буду блестеть. Хоть какая-то способность у меня теперь есть. Давай, кушай. А, надо разбить. Разбить эту жемчужину. Разбиваем. Давай. Вот и славно. Теперь съедаем. Ну вот, так всяко получше. Мерцающий колобок. Пойдем еще искать. А, вот эти штуки тоже. Вот эти штуки тоже дают способность. Я забыл тоже про них. И здоровье восполняет, и... Тройной хобот дают или что? А, нет, не-не-не. Переработку воды. Точно. Это процессор воды. Что это такое? Здесь тоже инкубатор стоит. О-о-о, мне нужен ты. Точнее, твое яйцо. Дай, пожалуйста. Спасибо. И ты мне тоже дай яйцо. Давай. Что мы тут имеем? Встаем. Интерактив. Оу. Короче, это камень воскрешения. При помощи него я могу воскресить умерших трибухумов. Вот эти ребята, три чувака, которые погибли. У одного есть гудок. Но видишь, я его воскресить не могу, потому что у меня недостаточно кристаллов. Что печально. Понятно. Чем больше улучшений у трибухума, тем больше его воскрешение стоит. Ребзи, бежим. Так, я яйцо мне отдал, быстро. Ребят, хватайте яйца. Сейчас мы их об камень разобьем. Не так-то просто. Давай. Во! И сидим. А то что это он нас давит и газом своим травит? Вот и чудно. Здоровье поправили. Бежим! Свистнули яйцо, пожарили и съели. Хо-хо-хо-хо-хо. Какие мы ужасные. Трубы. Забираем трубы, ребят. Они нам пригодятся, возможно. Музыка какая-то странная. Как будто чего-то сейчас произойдет. Все, труба у нас есть. Можем гудеть теперь. И пугать всех. Будить и пугать. Слушай, а давай попробуем, знаешь, что сделать? Вот этого чувака заманить вот на этого чувака. Чтобы он прыгнул на своего сотоварища. Эй, давай, прыгай. Ох ты, как он катится-то, блин. Чуть барьер не пересек. Ну давай, падай на него. Ну же, падай. Да блинский. Вот, я стою под тобой. Ништяк. Ребята, убегайте быстрее. Да, правда, я пожертвовал своим товарищем. Черт, нет кристаллов, чтобы его воскресить. Беда. Это был прокачанный мой чувачок. У него был процессор водяной и... Ну, хотя процессор водяной нам несложно найти сейчас будет. Но он блестяшечный был. Ух, смотри, сколько тут блестяшек нашел разом. Улитки куда-то убежали, я такой гляжу, ну смотри, ракушка открыта, надо забирать. Здорово, блестяшесть мы восстановили. И вот гидропроцессор у нас будет. Все, четко, гидропроцессор есть. Ну что, теперь ищем ближайшую стеллу. И можем туда, в принципе, бежать. Ближайшая стелла, где же ты у нас? Вон она. Ну, вон там, вдалеке. Восстанавливаем сейчас выносливость и катим. Ну чё, ладненько, погнали. Let's go, брозеры. Вон туда. Прямо к Стелле. Давай. Шустрее кати. Свой колобковый попец. Все, выносливость кончилась. Немножечко растений пособираем, поедим. Ой, наверное, зря я трапезничать сел, да? Неподходящий момент. Ну все, хватит есть, хватит. Вытаскивай свой хобот изо рта. Нам чуть-чуть до стелла осталось, совсем чуть-чуть. Опа, видал, как я могу? Перепрыгнул через ямину. Черт, опять выносливость. Ну, я должен успеть. Должен. Ой, попа подгорает. Горелым пахнет. Черт, нет, только не это. Только не это. Я на это не рассчитывал. Перепрыгнули, нет, как думаешь? Ох. Нифига, двое моих сдохло. Но я должен успеть, должен. Давай. О, как близко ты видал. Нифига себе. Ху-ху-ху-ху.
Зараза. Но я остался один. Что такое? Электричество? Нет, нет, стела разрушилась. Какого? Чё за ерундовина? Нет, блин, цилиндр снова покатился. Цилиндр заорал от ярости. Голос в их воспоминаниях заговорил очень настойчиво. Трибухум теперь должен был быть очень осторожным. Цилиндр бы зарылся под землю, но не позволил бы сбежать им так далеко. Теперь им придется оставаться в эпицентре шторма. Смотри, цилиндр катится, но очень медленно. И это нам на пользу. То есть мы можем тут бегать, в принципе, разведывать все. А я тут не был? Что-то какое-то место знакомое. Хотя нет, я бы запомнил вот эту штуку разрушающуюся. Похоже на черную дыру, из которой что-то высовывается, какие-то провода. Красиво. Вон она, следующая стела, я ее уже вижу. Наверное, пожалуй, я к ней прямо покачусь. Надежде на то, что она все-таки остановит разбушевавшийся этот цилиндр. Очень интересно, что это за постройка. Залезть внутрь никак нельзя. А если наверх как-то запрыгнуть? Удастся мне это? Не, я думаю, что нет. Никак. Ну, капец, интересно, что там наверху. Ладненько. Вот она, наша следующая стела. Как молнии-то бьют, ужас. Страшненько. Ой, я и наэлектризовался тоже сам. Блин, у меня вода еще закончилась. Было написано, что цилиндр создает электрический барьер, который невозможно остановить. То есть стела сейчас, скорее всего, тоже нагнется. Мне нужно попить. Попить. О, одуванчик. Прикольно. Ух ты, гляди-ка, одуванчик что-то делает, можно съесть его. Интересно, для чего одуванчик? Что же, во что же я превращусь? А, прикинь, одуванчик, он позволяет нам фильтровать токсичные газы. То есть я теперь могу в токсичных ямах бродить. Это очень круто. О, он остановился. Здорово. Благодарю за остановку. Так, значит, одуванчики собираем. Каким бы пугающим и удивительным ни было это огромное существо, Трибухум почувствовал облегчение, увидев, как оно спускается с неба. Им было велено искать это небесное существо. Возможно, это было ответом на их проблемы. Обалдеть! Из черной дыры вылез змей. И мы, кстати, его раньше видели. Это тот самый змей, который мы вначале встречали. Он выпал с этой дыры, получается, что ли? Или как? Или что? Когда они приблизились к этому фантастическому гиганту, их оптимизм угас. Похоже, они ему совсем не нравились. И теперь они поняли, в какой страшной опасности оказались. Если это существо охраняет путь в какое-то святое место, то это место должно находиться под ним. И будучи таким большим, существо, скорее всего, не могло видеть то, что было перед ним или под ним. Так что размер Трибухума, возможно, был все-таки преимуществом. Короче, к нему близко нельзя подойти, он электричеством фигачит. У него на башке камень заряженный, и вот он этим камнем, короче, фигачит всех, кто к нему поближе подходит. Но мы также выяснили, что, возможно, этот змей что-то охраняет, и под его головой есть что-то. Какая-то платформа, до которой нам надо добраться. Что ж, я сейчас здесь все пробегу. Есть инкубатор снова. Возможно, найдем какое-нибудь яйцо, что очень бы хотелось, чтобы восстановить отряд. Нам бы это очень пригодилось. А еще хотел бы я спуститься в токсичную яму какую-нибудь. Во! Вот она, смотри, вот токсичная яма. Сейчас проверим нашу способность фильтровать воздух. Знаешь, что я еще узнал? Спустя несколько часов игры, да и вообще все это время, пока я играл, когда ты прячешься под этими кустами, то тебя не видно, ты как будто под стелсом. Такие дела. Вон там значок зачеркнутого глаза говорит нам о том, что тебя сейчас не видно.
Так можно прятаться от врагов. Вроде бы отъелся чутка. Ну, давай спускаться. Надо только спускаться там, где я смогу обратно залезть. Вдруг этот фильтр, он не работает нифига. Вот тут вот смотри. Такой вот спуск, давай слазим. Вроде пока все ок. Еще вниз. О, чудно! Работает! Кошерно. Все работает. Ну, давай тут собирать что-нибудь. Уверен, что есть какие-нибудь кристаллики или еще что-нибудь. Неужели я нашел одуванчик в тот момент, когда в газовых этих расщелинах ничего нет? Это очень прискорбно. Ой-ой-ой, жарко. Убегаем, убегаем, убегаем отсюда. Здесь, короче, куча, смотри, вот таких вот червяков дохлых валяется. Но они тут задохнулись, ясное дело. Здесь все мертвое. Тут ничего живого нет. Ну, кристаллики хотя бы дайте. Че, сюда зря перся, что ли? В это ядовитое облако. Короче, мы с тобой как только сюда забежали, я заметил домик, в котором был спрятан требухум. Ай-яй-яй, тихо-тихо, не бей меня молнией, пожалуйста. Что ему нужно принести? Три воды. Так это вообще расплюнуть. Сейчас я тебе воды принесу. Сейчас. Вот эти штуки собираем. Давай. Хоп, все, три штуки. Брозер, иди сюда. Вот тебе три штуки, пожалуйста. Где ты тут? Эй. Что-то я не понял. А где он? Ну, открыл я домик, и что? Я думал, тут требухум сидит. Я зашел в какой-то лес. Тут капец, как все... О, яйцо. Яйцо. Здорово. Пойдем до инкубатора его донесем. А что, если я его попробую разбить об дерево? Не получится. Такое яйцо об дерево не разбить. Иди сюда, мой маленький дружок. Интересно, он на хоботе сможет вылупиться? Ну-ка. Не, скорее всего, его надо положить. О, вылупился прямо на хоботе. Хугу Вома. Не, надо другое имя. Подожди. Хугу. Хугу. Пусть тебя зовут. Все, отлично. Нас теперь двое. Это очень хорошо. Если я сдохну, то... А это что такое? То будет не так страшно. Какая-то штука. Слышь? На-ка, съешь. Ой. Электричество. Не надо электричество. Съешь вот эту мозговитую штуку. Что она тебе даст? А то я что-то побаиваюсь. Фига себе, она испепеляет. Ты видел, да? Вон пузырик пролетел, и его сразу бдыдыч. Чего? У меня рот-говорун появился? Смотри. У меня рот болтает без умолку. Я ругаюсь какими-то непристойностями. Съел фигню. А, я мозг, наверное, съел. И... Или не только мозг. Ну, короче, какую-то фигню съел и типа проклятие какое-то. А если я попробую им что-нибудь съесть, рот заткнется, нет? Я кушаю и болтаю все равно. Блин, мне теперь 4 минуты все это слушать. То, что он там болтает. Так, давай-ка ты, пожалуй, в одиночестве походишь, а я вот за этого поиграю. О, подожди. Давай мы ему хобот возьмем. И у него это проклятие должно сняться. По логике вещей. Вместо рта хобот должен появиться. Труба. О, все, чудно. Фух. Слава богу. Я уж думал, 4 минуты я не вытерплю. Болтовни. Ну вот, лес мы прочесали вдоль и поперек. Нашел призрачные вот эти кувшинки. А, нет, это не те. Это не призрачные кувшинки. Это обычные кувшинки. У них есть семена. О, рыба. Ты мне нужна. Я хочу быть таким же толстым, как ты. Да, я снова вернул себе толщину. Ну вот, мы снова пышечки. Снова вместительность у нас возросла, и это не может нас не радовать. Ну чё, пойдем пробиваться к этому змею в надежде на то, что... Подожди, это что за вихрь? Что за вихрь? Можно подняться? Пожалуйста, я хочу подняться. Уху, круто! А что за вихрь-то? Куда нас поднимали? Прикольно, я еще раз хочу. Поднимите меня, пожалуйста. Только не давите, только не давите. Вихрь исчез! Подстава какая-то. Вихрь исчез. А, вот снова, смотри, появился. Ухляж, давай скорее сюда. Что это за черная дыра?
Ё-моё, нифига себе, как я высоко поднимаюсь. Ю-ху-ху-ху! Я на вершине! Ой, вихрь опять исчез. Там, короче, появляется какая-то черная штука, которая этот вихрь создает. Вот она. Можно забрать? А, это не штука, это пузырик этот водяной. Господи. Ну, как бы у нас тут остается только два варианта. Либо бежать напролом к нему, к этому змею, и падать туда, куда он смотрит. Либо продолжать свой путь до следующей стеллы. Я, наверное, сделаю вот так вот. Сохранюсь. И мы сейчас побежим напролом. Посмотрим, получится у нас это или нет. И узнаем, что там. Давай, погнали. Давай. Вперед, вперед. Яйцо вон вижу. Яичко. Так. Ух-ху-ху-ху-ху-ху. Вот это я упал, так упал. О, у меня появился этот хобот. Ну, здорово. Хобот, фильтрующий газы. Слушай, и он нам ничего не сделал. Очень удивительно. Третий? А третий у нас откуда появился? А, я его из дома, наверное, забрал. Я тебя тогда звал, а ты все не выходил из дома, не выходил, и сейчас вышел. Еще одно яйцо, гляди-ка. Хм, очень много яиц тут. Тут инкубатор, вон инкубатор, да. Сейчас, подождите, ребят. Давай-ка еще одного вырастим, чтобы банда у нас была в сборе. Будет вообще классно. Так, а третий-то как ты к нам присоединился? Я даже тебя в группу-то не звал, а? Ты реально где-то потерялся у нас, да, значит, просто? Кто это у нас? Гом. Пойдет. Гом, да, гом. Гном, гом. Какая разница? Все, пошлите в пещеру, посмотрим, что у нас там в пещере. Здравствуйте. Есть кто тут? Одуванчики еще? О-о-о. А можете нам подсветить? Давай, короче, прыгать отсюда вниз, походу, потому что туда мы не пройдем, там не подсвечено, там темно, капец. Ладно, спрыгиваем. Вот. О-о-о, брюлики! Круто! Я богат! Я теперь могу воскрешать своих родных. Вот это обязательно хочу съесть. Ну-ка. Ты светишься? Да, он светится. Все, люминесцентный чувачок у нас теперь. А это значит, что мы туда в тень сможем зайти. В темное помещение. Посмотреть, что там. Но надо не торопиться. Надо здесь все обыскать. Все брюлики собрать. Все, я обошел все это пространство. И поднимаюсь наверх. Так это получается здесь спуск был с этой стороны, да? Ага, он просто был не подсвечен, и тут ничего не видел. А ты тут что забыл? В тени, в пещере, кузнечик, первый раз вижу. О, лабиринт какой-то. Обалдеть. А это можно собрать, вот эти штуки? Это обычные грибы. Ничего они нам не дадут. Ну да, мы в каком-то лабиринте сверху. Над пещерой, в которой мы только что бродили. Еще один кузнечик, смотри. О, о! Вот он, процессор. Наконец-то. Иди сюда. Все. Сейчас мы минералы соберем, и я буду еще богатее. Вот и славно. Только этот процессор надо было съесть этому бугаю такому жирненькому. Все, забираем минералы. А еще помимо выхода есть... Еще какое-то местечко. О! Хо-хо-хо! Ничего себе! Сколько тут минералов! О, брюлики! А там, смотри, куб нужен! Блин, нам куба-то нету! Куба-то нету! Так, это я съедаю. Черт подери! Мне бы кубик сейчас очень пригодился. Может быть, он здесь есть, а? Прям капец, интересно, что же там? Забираем брюлики. Кубик. У меня их раньше было, ну, при себе в кармане целых две штуки. Кубик, пожалуйста, где-нибудь здесь. О, это третий глаз. Так, третий глаз достанется у нас новоиспеченному. Да блин. Давай так выберем. Во, все. Забрал. Давай есть его. Вот и сладко, третий глаз. Ищи, пожалуйста, вот эту штуку. Есть у тебя какие-нибудь... Опа, нашлось. Где-то здесь есть. Хорошо, люминесцент. Нам нужен люминесцент. Куда идти? Куда-то сюда. Где-то здесь.
Сейчас запрыгнем наверх, и она там должна быть. По-любому. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, как далеко мы бежим. Бежим, бежим, бежим. Мы потом обратно-то вернемся. Нифига себе, эта пещера длиннющая-длиннющая. Камни, по-моему, говорят нам, что можно еще забраться вон туда, смотри. А, это просто выход. Ага, хорошо. Тут тихо, не надо падать, не надо сваливаться. Что мы тут имеем? Какие-то грибы синенькие. А, вон там есть проход. Есть проход, это чудно. А вон там что? Смотри, можно наверх как-то запрыгнуть. Попрыгай, мне нужен ты. И твоя сила. Сейчас, сейчас, сейчас запрыгнем наверх, посмотрим, что там. Опа. Опа. Тут нужен люминесцен. Просто залез сюда и что? А, перепрыгнуть, чтобы перепрыгнуть сюда. Оу, какой рот здесь, смотри. Подожди, это же тот змей, который ест люминесцент. Грюлики. Надо собрать. Ребят, ну что вы сюда подниметесь, нет? Мне как бы тут подсветить нужно. Ай, ладно. Съем. Съем сам. Люминесцент. И подсвечу себе дорожку здесь сам тоже. Вот он, кубик, 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 кубик. Круто. Значит, мы туда сейчас пройдем. Пролезем. Сперва только кузнечик снова здесь. Ну что? Ух, сколько их тут дофига. Забираем все. Возможно, пригодится. А, нет, надо все это выкинуть. Потому что у меня тут процессор-перерабатывальщик. Он переработает все это в воду. Мне это не очень нужно. Вот. Ты у нас третий глаз. Будешь, значит, ответственным за квадратизм. Давай, ешь. Все, отлично. Квадрат у нас есть. Теперь нам нужно вернуться как-то туда. Обратно, откуда мы пришли. А, гляди, тут, тут можно как-то вот по этим штукам запрыгнуть. Ну, давай пытаться. Надеюсь, они нас выведут. Да, надо было попрыгая брать. Что-то тут как-то слишком... О, а, ну хотя и без кузнечика обошлось. Как высоко. Ладно, прыгаем. Хлыбыщ. Оттуда мы пришли, наверное, или мы туда шли? Так, откуда мы пришли и куда мы шли? Туда мы шли. Хм, странно. Давай сюда еще раз зайдем. Ага, сюда мы шли. А пришли мы... Любопытно. О, кристаллик еще. Все понятно, здесь мы не были, потому что кристаллы не собрали. Тут вроде бы тоже ничего нету интересного. Все, бежим. Бежим к квадрату. Сейчас откроем святилище. Все, мы пришли. Квадратик, входи. О, фига себе, он здоровый какой. Какой же ты здоровый. Обалдеть. Ну, давай поболтаем. Встреча с другим старейшиной была счастливым моментом. Требухум спросил, как они могли бы выжить в цилиндре, и старейшина ответил, «Я чувствую ваш страх, малыши. С самого начала этого катаклизма мы искали способы остановить его, но цилиндр неумолим и неуязвим. Он поглотит все на своем пути». Возможно, что нам нужно сделать, так это пойти за него. Я открыл мутацию, которая позволит нам подняться до небес. Вы должны искать плачущее дерево, на котором растет особый фруктовый плод, так как оно становится ключевым моментом трансформации, которую я претерпел. С его помощью вы сможете использовать гейзер, чтобы плавать над уровнем цилиндра. И сейчас я сожалею только о том, что я стал слишком старым и слабым, чтобы помочь вам с этой задачей. Если у тебя получится, то передай привет. Вот это новости. Спасибо вам, мудрейшина. О, подожди, 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 подожди. Там видел, там внизу куча кристалликов. А он проход. Пойдем-ка попробуем собрать это все дело.
Так, не-не-не-не-не-не, я вот сюда хочу, я не хочу улетать. Эх. Да, вот сюда, спасибо. Спасибо. Ну чего? Я тут вроде бы все проверил, ничего тут нету. Выхожу, в общем. Печаль и страх наполнили сердца трибухумов. Когда они покинули пещеру старейшины, их единственный путь к спасению был полон неуверенности. И они не могли забыть то, что они видели за цилиндром, отбрасывая темную тень на этот проблеск света. Ну и все, let's go. О, а где змей? Трибухум никогда не видел этого дерева, о котором говорил старейшина. Им придется продолжать двигаться вперед и надеяться, что это будет где-то впереди. Цилиндр не оставил бы им другого выбора. Ну что ж, я думаю, что стоит остановиться. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк и подписываться, если ты еще не подписан. Эта серия была реально крутой. Ну а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем ролике.